Сегодня ночью муромляне будут отмечать один из главных православных праздников – Крещение. Освящение Окской купели и массовое омовение в ней всех желающих состоится сразу после вечерних праздничных богослужений. Все ли готово для крещенского купания? К Муромской Иордане отправилась наша съемочная группа. Прогноз неутешительный. Облажной снег. Что это значит? Равномерной интенсивности, длительный, на большой площади. Фактически всю ночь должен идти. Хорошо еще, если мимо пройдет. А если нет, значит, у нас до сантиметра будет где-то снежного покрова в час. Ближе к полуночи берег Оки станет местом массового купания. В половине 12-го крестным ходом от Спасо-Преображенского монастыря сюда пройдут сотни муромлян. Городские службы приложили максимум усилий для оборудования как самой крещенской купели, так и подходов к ней. Палатки устанавливали к празднованию праздника Крещения Господня. Установили скамейки, установили вешалки, зажгли буржуйки, чтобы было потеплее раздеваться, постелили солому, сено под ноги пройти к купели. Строго запрещается купаться в необорудованных для этого местах. Официальные места для погружения в селе Саванчаково, деревне Лазарево. Главная ледяная купель на набережной Оки. Купель соответствует всем нормативам, которые предусматривают подобные мероприятия. Глубина ее 20 сантиметров в начале и 1,40 м в конце. Со всех сторон она полностью ограждена от дна до поверхности заградительными конструкциями, обследована водолазами, но дно проверено на предмет отсутствия каких-либо предметов, которые могли бы поранить человека. Синоптики обещают в крещенскую ночь до 15 градусов мороза. Температура воды будет колебаться от 4 до 6 градусов выше нуля. Толщина льда превышает 20 сантиметров. Организовано проводить эти купания, одновременно не купаться более чем 5 человеком в проруби. Ни в коем случае не нырять в прорубь непосредственно со льда, а заходить по проложенным дорожкам. Не оставлять без присмотра у воды детей во время проведения купаний, не приводить с собой собак и других домашних животных. Категорически запрещается распивать спиртные напитки. Медики настоятельно советуют отказаться от заплывов людям с хроническими заболеваниями, тем, кто переболел или болеет туберкулезом, бронхиальной астмой, перенес инфаркт или страдает гипертонической болезнью. Прежде всего, это любые воспалительные заболевания, как заболевания полости рта, также заболевания бронхов, пневмонии, заболевания почек, мочевыводящих путей. Особенно если в стадии обострения, это категорические противопоказания для купания в проруби. И, естественно, заболевания сердечно-сосудистой системы. Продумано все. Освещение, ограждение, горячий чай с бутербродами, теплые автобусы готовы доставить горожан во все микрорайоны Мурома. В крещенскую ночь за безопасностью купающихся будут наблюдать сотрудники разных подразделений и ведомств. Но в первую очередь и сами муромляне должны быть благоразумными. Ничто не должно омрачить светлый праздник. Елена Петрова, Александр Барсуков, Александр Симонов. Новости Муром.